Опять. Ты достал уже меня! Пш. Пушам, пш. Пушам тебе, пушам, пш. Опять окно. И опять он там. Сейчас опять по ушам будет бить. Пш. Ухи, ухи. 93-й. Ну что, если... Сейчас 96-й будет? Если не будет, не вылетит тогда. Продолжим. 94-й. Пш. Я, кстати, после того вылета я игру переустановил. Так что она должна сейчас не вылетать, не знаю. О! Опять развилка. Бррр. Теперь они с этой стороны будут. Не знаю, почему так холодно-то у нас, блин, пипец. Вообще, блин. Что сейчас? Сентябрь. 97-й. Так, сейчас, короче, смотрите, сейчас вот уже под сотый этаж, да? Сейчас вот мы будем идти в коридоре, когда выключается свет, появляется призрак. Вот тогда у меня вылетало. Во! Нет, это не то, это тупик. Сейчас, если выключится свет, появится призрак. И игра вылетит. Вот тогда пиздец. Опять развилка. Да что ты будешь делать-то с ними? Дырка. Значит, теперь в эту сторону идем. Все орёт. Сотый. У-у-у. Шиш-иш-иш. У-у-у. Ничего, вроде не вылетел. Пошли дальше. Вот тут должна появиться фигня. Она обычно тут появляется. А тут в углу может выскочить этот чувак. Со второй. Я герой. Вот тут. Не вылетело. Видите, похоже на паука, как будто паук ползет. Так, в принципе, вся игра, неважно какой мод. Вот так вот вся игра и, в принципе, и проходится. Так вот идешь. 140 этажей, потом идут на табличках всякие цифры. То есть не цифры, а символы, буквы. Все, потом доходишь до тупика. Темнеет, короче, и экран, и все, и game over. Ну, то есть так и заканчивается. Опять он в окне тусуется. Жалко, что тут версии 2.0 behind you. Нету. Behind you. Game over. Не знаю почему. Ой, я обратно повернулся. Версия 1.0 есть, а тут нет. No. Ну сейчас еще рано, сейчас еще должны цифры быть. Да, 109-й. На этот раз тут ничего, я ничего не увидел. Видимо, оно там из темноты так решило не вылезать. Опять.
111. А теперь тут дырка. Ну теперь они будут в разные в разброс, короче. То мы все время ходили в одну сторону, а теперь каждый раз в разные будет. Ну или хотя, может быть, по-разному. Может быть, налево два раза, направо два раза. Налево один раз, направо два раза. Или наоборот. Ну как угодно. Тринадцатый. Опять. Смотрите, как часто попадается. Так, что у нас на этот раз, на 114-м? Трясучка. Так, 115-й. Ничего. Я уже 117 этажей прошел, он 118. Он все продолжает мне говорить. Я не боюсь его. 119. Вон она была. Что я ей говорил. Ну чё, сколько там уже время-то идёт? У тебя, наверное, длинное видео получится, долгое. Я, наверное, на два разделю, потому что очень большой размер будет. Эти развилки меня уже, блин, достали. Лабиринт был ещё раз. Когда я первый раз доходил, больше сотого этажа проходил, то у меня, не знаю, лабиринтов 5 подряд было, или 4, да. В общем, несколько лабиринтов подряд было. Вот там я и выучил, как их проходить. Сначала шел налево, потом шел направо и смотрел, в какой последовательности куда идти. Если они там несколько раз подряд попались, я все варианты... Вон она, ползет, ползет. Все исчезло. Там несколько раз подряд появлялись они. Я все варианты перепробовал и понял, как проходить их. Могли бы сделать, чтобы по-разному проходилось, но нет. Когда развилка попадается, не угадаешь. Ну, то есть, наоборот, надо угадать. Вот, а когда лабиринт попадается, там все время по одной и той же схеме его надо проходить. Вот надо было им сделать, чтобы лабиринт каждый раз разный был. То налево, то направо, в общем, хер знает куда. Каждый раз по-разному. Сто 129-й, ну сейчас 130 будет, и потом уже пойдут таблички. То есть цифры всякие, то есть, ну, буквы. Буквы, символы, точки, запятые, скобки, там, всякая херня. Ау! Ау! Тут-тут-тут-тут-тут!
Вот лабиринт. Тут как, сначала налево идешь до следующей развилки. Идешь до следующей развилки. Так. Вот развилка. Еще раз налево. Опять до следующей развилки. И теперь направо. То есть два раза налево, один раз направо. Вот поменяли бы они это, чтобы это каждый раз случайным образом появлялось. То есть не два раза налево, один раз направо, а каждый раз по-разному. Например, один раз направо, два раза налево. Или один раз налево, потом один раз направо, потом еще раз направо. Ну, по-разному, в общем. А то все одинаково получается. Ну что, хорошо идем, что могу сказать. Ну тут одинаково направо заворачиваешься. Вот это тоже, кстати, одинаково все время. Направо просто заворачиваешь и идешь. Тоже могли бы поменять, сделать разное. Ну привет, привет, давно не виделись. Все только красные на меня нападают. В общем, сейчас вот стоп. Я черепашка-ниндзя! Я шучу, на самом деле, на черепашку это совершенно не похоже. Какие-то линии, что-то, 140-е. Опять ты тут, ну привет. Вот. Вот тут все время. Вот тут можно пойти налево, направо. То есть налево не пойти, слева стенка. Все. Вот видите, 140-й этаж, и теперь пойдут всякие цифры, буквы. Вот, например, ар, это развилка. Я уж обрадовался, думал, лабиринт опять попадется. Дырка. Например, сейчас была SCF табличка. Ну вот еще где-то этажей 20 таких будет, или 30, и все. Вот, ну это в любой, это от моды не зависит, это сама игра такая. Хотя, может быть, в моде как-то можно это поменять, я не знаю. Теперь О. А, ну что, привет, слушай, у тебя... Чё ты, сука, меня пугаешь? Что тварь такая? Я хотел у тебя спросить. Он меня испугал, сука. Я хотел у него спросить, закурить не найдется, а то я нервничаю, у меня бы сигаретку. Хотя я не курю, на самом деле. Ползет. Ну что, сейчас часто уже призраки стали встречаться. Джесет. Но это все... О! Эти все буквы, плюс там еще будут символы, там скобки, запятые, там квадратные скобки, круглые скобки, галочки. Вот это все случайным образом появляется. То есть игра просто тупо берет, короче, случайным образом и это все печатает. Так что тут может быть огромное количество всяких сочетаний. 4CV. Ну
Ну что, сейчас, наверное, уже часто будут призраки встречаться-то уже. Фи. Финал. Ой, рожа была. KAXW. Как. Я говорю, кто моды делает, например, электрик? Если ты можешь как-то вот этого призрака behind you вставить из версии 1.0 в версию 2.0, потому что в версии 2.0 он не встречается вообще никогда. Я уже несколько раз игру полностью проходил, и ни разу он не встречался. Вот видите, G, G, потом такая типа черточка, ну как это называется, и плюс. Типа кавычки. Вот. То есть, если можно как-то вставить вот этого призрака Биханчу из версии 1.0 в версию 2.0. Потому что сам звуковой файл Биханчу есть в папке с игрой. Вот. Но сам призрак этот никогда не встречается. Минус D, минус H, минус P, минус G. Любая буква может быть. Ну что, блин, лабиринт бы еще был бы один раз. Я хочу там, я хочу в end. Я хочу, когда будет лабиринт, в качестве эксперимента кое-что проверить. Если я окажусь неправ, то меня может призрак завалить. Потому что я читал то, что если в лабиринте неправильно пойдешь, то тебя призрак может убить. Вот, я хочу кое-что там проверить. Как бы я и так до конца дойду. Сейчас еще несколько этажей будет вот таких вот. С такими вот всякими разными табличками и все. Потом концовка. У меня уже рука затекла, кстати, держать кнопку. Я держу кнопку, вот вперед идешь, когда. W. У меня уже рука устала. Но это еще не концовка. Еще продолжаем идти. Он ползет, ползет, ползет. Открывайся, открывайся. Пошли, пошли от него, пошли, а то сейчас сожрет меня. 2Z. Наверное, чтобы лабиринт чаще попадался, нужно один из файлов игры, который отвечает за то, как карта строится, переименовать его в лабиринт. Чтобы игра вместо обычного коридора строила лабиринт. Как бы файл, который отвечает за обычный коридор, переименовать в лабиринт. Но я точно не знаю, сработает это или нет. Кавычки. Чтобы лабиринт почаще попадался, ну что так мало-то? Теперь одна кавычка. То было две, сейчас одна. Девять. Это тоже рад. Это не значит то, что я сейчас на девятом этаже. Я просто от балды играю. Пишет. То есть вначале, да, этажи идут по порядку все. Вот. А потом, после 140-го, она уже от балды пишет всякие буквы, цифры. То есть если ты увидишь цифру, например, 9 там, или 10, или там 100, то это не значит, что ты на 100-м там этаже. Это просто от балды пишет и все. Вот видите, например. Y, G и скобка квадратная. Пусто. Вот, а тут уже, кстати, видите, они уже не появляются. Видимо, им надоело тоже, они ушли. Вот скобка в другую сторону теперь и галочка.
Блин, лабиринта так и нету. И я ему склопка. Почти уже все, скоро конец. Вот звездочка у меня очень... По-моему, звездочки я не видел ни разу. Или она была очень редко. В общем, когда появится тупик и начнет темнеть экран, это значит концовка игры, все. Уже ничего не сделаешь, гейм овер. О! Не, реально, надо признаться, то, что когда первый раз призраки эти появлялись в этом моде, то меня реально пугали они. А сейчас я уже, видите, привык, поэтому особо-то и не страшно. Первый раз, да, особенно вот эти хлопки, там, реально, прям пугалось, я даже орал. Эду, я иду. Это он, наверное, написал. Я иду. Я иду, скоро я к концу приду. И еще был лабиринт, и я буду счастлив, как бинт. Мне еще был лабиринт, буду счастлив, я как бинт. JD. JD, а ты дальше иди. Так, ну это еще не концовка. Ушки-пух! Восемь G. Джей. Это не та G, когда 3G там, 4G, это J, это другая буква, я просто произнес не так. Плюс RPF. Не знаю, почему у вас плюс там. Плюс RPF равно G. Наверное, какая-то секретная формула. Дальше. Пикачу. А прикольно мод такой сделать, чтобы вместо призрака Пикачу выскакивал. Пикачу! До усрачки, блин, страшно будет. Так идешь по коридору, вдруг Пикачу такой выпрыгает. Пикачу! Ты, блин, со страха прыгаешь с кресла. Было бы прикольно. Еда. Не, это еще не концовка. Шкипердос. Комбонос. Скоро-скоро еще несколько этажей осталось. От. Кто? Скоро, я не скоро. О, привет! Вот это пиздец, блин, а? Только я подошел, он на меня сразу накинулся, блин. Больше не буду смотреть, нафиг пошли. Пошли нафиг, все. Хватит. Ди! А ты поперди. Не, ну реально, блин, вообще пипец. Мне правда сейчас было стрёмно. Я прям правда испугался. Когда так подходишь, он сразу на тебя прыгает, это вообще пипец. Я обычно, когда подхожу к окну, он прыгает на меня только через какое-то время, а тут он сразу прыгает, и, блин, пипец. Нет, его сейчас тут нету. Ладно, в следующий раз еще раз подойду. Ладно, еще раз подойду. Так и быть. Вот это уравнение x минус tx. Решите это уравнение и закончите игру.
Не решите, вас призрак убьет. Все, гейм овер. X минус TX равно? Какое уравнение? Решайте. Лабиринт сейчас будет. Наконец-то, мать моя женщина. Теперь я хочу кое-что проверить. Пойдем сюда теперь. А, это тупик. Ну, значит, правильно. Значит, я все уже варианты тут испробовал. Сейчас на следующей развилке надо идти будет налево, а мы пойдем направо. А нам уже нечего бояться, правильно, хули? Я пойду налево, я пойду направо. Ну тут тупик будет. Уперной чичагр-ту-ту. Я в следующий раз. Надо идти направо, мы пойдем налево. И пойдем в тупик. Ну все. Все, что я хотел, я проверил. Теперь можно уже до конца игры. Сейчас уже конец скоро. 9G. Это будущий век 9G. Я не доживу, наверное. Мои внуки тоже, если они меня будут. Доллары. Кто-то тут богатенький живет на этом этаже. Ну-ка, богатенький, выходи. Все, вот это конец игры. Все, тупик. Темнеет экран, и сейчас призрак меня замочит. Ну что, я дошел, прошел до конца. Мод мне понравился. Единственное, то, что мне не понравилось, это... Сами призраки, как они выглядят. Вот это официальная концовка игры. Вот, то есть как бы сам мод мне понравился. Только я не понял, что это за призраки такие, вот. 54 минуты я, наверное, разделю на 2 видео или на 3, потому что... Вот представляете, на фрапс у меня бы места бы не хватило на компьютере. Если у меня 10 минут занимает 3 гигабайта, то 54 минуты сколько у меня бы заняло. Вот, так что я разделю на несколько видео это дело. Вот, и давайте, если кто еще какие-то моды сделает, присылайте мне тоже. Вот, спасибо электрику еще раз за этот мод, очень прикольный он.